Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! А сегодня, вы знаете, я забрела вот в наш один из наших магазинов, где продается все-все-все, в том числе и мебель, в том числе и на бэк-ярд. Я вам показывала наш бэк-ярд. Он в довольно плачевном состоянии, но я не оставляю надежды его как-то привести в чувство. И мне очень хочется купить какую-то красивую новую мебель на бэк-ярд. И здесь, вот знаете, продается такая необычная, интересная мебель. Вот это уже, видите, сломалось. Вот видите, вот такие вот штуки, плетеные кресла. Видимо, лучше все-таки не покупать. Хотя некоторые из них просто бесподобно замечательные. Вот это всякие лежаки. Мне очень понравился вот этот набор, вот этот сет. Я не знаю, сколько он стоит. Посмотрите. Посмотрите, какой он чудесный. Он как будто бы сделан из таких вот толстых таких полосок ткани или вязаный, как будто, знаете. Он мне ужасно понравился. Вот есть диван, два кресла и столик такой журнальный. Это все на улицу мебель. Но мне кажется, что это очень непрактично. Большой красивый вот лежак с подушками. Сейчас я попробую пробраться с другой стороны. Вот это, кстати, тоже мебель на улицу. Вот такие вот высокие, два высоких стула, барных как будто бы, и высокий столик. Это тоже мебель на улицу, и она сейчас на сейле за 640. Но это для большого бэк-ярда, у нас нету столько места. Посмотрите, какая интересная ваза. Судя по всему, тоже на улицу. Она как будто бы сделана из бумаги, наверное, да? Ну, какая же она прикольная. $130. И цена прикольная. А, вот этот набор. $2999. $3000. Это очень дорого. У нас просто все стало так дорого, что у меня просто, знаете, вообще... Я теряю дар речи. Вот такая же ваза, только другого цвета. Очень они симпатичные. Очень мне нравятся. Вот другой набор. Он сделан, видите, здесь деревянные детали, и между ними вот такие вот из ткани протянуты веревочки. Тоже диван, два кресла и журнальный столик деревянный. Цена, наверное, с той стороны, с обратной, но я подозреваю, что он тоже порядка $3000 будет стоить. Вот прекрасный лежак с подушечкой. Он сделан, видите, из такого вот плетеной какой-то материала. Похоже по всему, что это что-то синтетическое. Но вот это вот дерево натуральное. И сверху вот к нему идет вот такая вот большая подушка. По цене он, видите, $350, вот он изображен. Ну, вы знаете, это дерево, хорошая вещь, довольно видно, что она довольно крепкая. Смотрите, какой на улицу за $400 на улицу фонарь. Божечки мои, представляете? Ну, эти все вещи, я вам хочу сказать, у нас нет столько места на бэк-ярде, чтобы такое устанавливать. А вот какое интересное кресло, всего лишь за $60, такой шезлонг, сделан из бамбуковых палок. И вот такая вот из ткани, пляжный такой стул, он складывается, видите, у него здесь вот сделаны всякие соединения, чтобы его сложить. Вот тоже деревянные стулья. Большие такие, широкие. Написано, что это для улицы. $129 стул. Но мне кажется, что мне здесь не хватает немножко для него подушки. Но подушки можно купить. Так, вот эта штука на сейле. $875 стоит вот такой вот большой диван. Тоже для улицы. Шезлонг. И здесь вот такие вот... Это такой уличный камин. Это такой столик. Здесь, видите, в центре есть вот такой вот элемент, который открывается. Он как-то сдвигается, поднимается. Там
общем, трудно понять это, но видите, здесь такие вот газовые есть, как будто бы газовые трубочки такие, в которые нужно, видимо, подводить газ. Я подозреваю, что там внизу есть место для газового баллона внутри. И его можно зажигать, и будет такой камин, как будто бы на улице. Вот, кстати, вот этот такой же, он стоит 499. Вот здесь, видите, открыто. Видно, что здесь вот такая вот трубка с дырочками, через которую идет газ. Видимо, это можно поджигать. И вот здесь вот, видимо, в наборе идут вот такие вот камушки, которые нужно раскладывать вокруг. И вот такая вот, такое ложе. Представляете, какое интересное, сделано из таких штук. Это что-то натуральное, судя по всему. Не знаю, цены на нем нету, но, видимо, он очень дорогой. Вот это все складывается, то есть можно отложить вот эту вот крышку и лежать на нем на солнце, а можно закрыться и делать себе тень. Вот, много интересной мебели. Вот набор, например, из трех предметов за 2000. 1999. Журнальный столик. И... А где же? Я вижу диван. А где же третий предмет? Что имеется в виду? Вот эта штука, что ли? А, она отодвигается. Вот это вот. Это получается как будто шезлонг. Вот такой диванчик. И вот такой вот деревянный. Деревянный журнальный столик. Вот всякие такие штуки симпатичные. Это совсем недорогой, 29. Это тоже такая для свечки на улицу ставить. Подсвечник такой уличный. Вот это вообще, конечно, плащ-палатка. Целый тент. Целый тент. Написано, что его можно купить в коробке. Посмотрите, какая прелесть. Здесь внутри вот такая вот колыхающаяся кровать. Видите, целая кровать, причем вся она закрывается сеткой. Причем здесь, вот видите, здесь молния такая. Ее можно закрыть полностью, чтобы вас не жрали комары. И вот такая вот штука. И на ней можно спать, на ней можно жить. Сколько она стоит, интересно? Мне кажется, если вот такую купить, вообще никакой большой мебели не надо. Просто вот лежать на ней целый день, если вообще работать не надо было. Слушайте, ну это просто прелесть. И она такая широкая. Вполне можно даже вдвоем на ней поместиться. Думаю, что она тоже 1003 стоит. Может, 2. Так, интересный такой вот вариант. Смотрите, тоже 4 писа, 4 предмета, 2000 долларов. А вот это, видите, как-то интересно сделано. Вот такая вот круглая штука. Значит, он состоит из такого вот полукруглого дивана вот этого. И еще две вот такие вот, два таких сегмента. И вот такая вот деревянная круглая штуковина. Давайте посмотрим. Вот видите, а вот этот столик деревянный, он как-то устанавливается, поднимается, и вокруг можно так вот лежать и сидеть, лежать, и в общем и столик будет у вас. Сколько это стоит, не знаю. А 2000, я же показывала вам только что. Вот всякие интересные, очень интересный стул, кресло за 250. Но вы знаете, это не обязательно уличное кресло. Мне кажется, что такие вот кожаные плетеные кресла ставят дома тоже. Вот еще одно, вот еще один вот этот камин такой для улицы. Очень интересный столик, смотрите, плетеный, 129 долларов. Такой же он прикольный, красивый. Супер. И вот здесь такой тоже большой набор. Посмотрите, какой большой диван. И кресло. И или столик, или это тоже камин. И сверху вот продается вот такой вот зонт большой, который делает тень, создает тень над этим всем делом. Я только не знаю, зонт отдельно продается или вместе. Да, зонт отдельно, значит, здесь в набор входит вот такой угловой диван, кресло и
вот такой вот, вот этот столик, вот этот вот, который вот каким-то вот таким образом раскладывается. И вся эта прелесть стоит $3500. Очень удобно. Я села на это кресло. Мне очень удобно на нем сидеть. Широкое, большое кресло. Супер. Вот такие есть. Вот много есть, видите, вот такого типа с веревками такими натянутыми. То есть внизу, видите, внизу основа деревянная. И вот такой вот диван. И два кресла тоже. И журнальный столик. И стоит это... 4 предмета, $1300. Ну, он, честно сказать, совсем небольшой. Такой небольшой креслица, небольшой диванчик, но симпатичный. Вот тот мне нравится гораздо больше угловой. Вот еще одно ложе, лежбище. $1300 стоит. Тоже написано, что это 3 предмета. Видимо, имеется в виду, что здесь вот этот вот полукруглое одно. Одна часть, вторая часть полукруглая и вот такой вот навес. Я думаю, что это все можно отодвигать. Двигать. Видите, оно разделенное. Вот это можно все подвинуть. Поставить в другое место. Здесь тоже этот навес. Он тоже закрывается, складывается. Такой как зонтик, как тент. И тоже можно делать тени. Можно создавать... солнышко, лежать на солнышке. В общем, вот такая вот интересная всякая красивая мебель. Вот еще такой небольшой наборчик. Два стула и столик. Но видите, вот этот, вот там стоял такой же рваный. Вот это вот очень ненадежная конструкция. И вот эти вот штуки, они вот эти вот, ну как бы вот веревки, вот эти вот жгуты, они как-то рвутся, потому что они сделаны из чего-то не очень прочного. Так, смотрите, вот этот огромный зонт, стоит он всего лишь $150. Это правда очень дешево, потому что я видела такие зонты, они по 500, по 800. Он огромный, совершенно огромный зонт. Кстати, хорошее решение. Вот у нас на бэк-ярде очень жарко. У нас такое солнце сильное. Я не знаю, сколько он надежный и качественный. Но видите, он очень большой. Он покрывает все вот это вот. Покрывает полностью все вот это вот тоже очередную круглую кровать. Представляете, какой должен быть бэк-ярд, чтобы вот поместилась вот такая вот штука, такая вот кровать. Кроме что на обычно на бэк-ярд ставят стол со стульями, гриль. И вот такая вот еще. Ну, конечно, здесь одно удовольствие на ней валяться. Судя по тому, что это грязное, уже кто-то ее сильно испробовал. А вот еще плетеный набор. Он стоит $2500. 4 предмета. Это вот такой диван. Два кресла и вот такой вот столик. Тоже деревянная основа. Я сяду. Сейчас. Видите, деревянная основа. Деревянные ножки и вот это вот материал, я даже не знаю, это какой-то, не знаю даже, что это, гранит как будто бы ощущается, довольно красиво и выглядит как гранит, видите, у него такие разводы, и кресло, диван, очень удобный. Еще есть вот такого типа, похоже на то, что первый я вам показывала, тоже вот таких вот плетеных каких-то кусков ткани. 2500. У него, он уже не деревянный, у него металлическая основа. Видите, вот здесь металл, ножки металлические. И верх сделан из металла, по-моему. 4 предмета. Очень-очень оригинально, очень необычно. Мне очень нравится такого типа. Не знаю насчет его, как бы, насколько он прочен. И насколько надолго его хватает, потому что, ведь, вы понимаете, это все стоит на улице, и летом, конечно, нету снега, но есть дождь, например. А на зиму это, конечно, желательно чем-то все прикрыть, потому что если на это ляжет снег, вот в этом проблема у нас. Тоже большущий зонт, огромный зонт. И, кстати, вот эти зонты, я вам хочу сказать, они обычно продаются. К ним еще идет такая подставка, набитая песком. Здесь вот что-то лежит. Я думаю, что вот этот песок продается вместе с этим зонтиком. Я знаю, что у меня знакомые покупали такой зонт.
И он идет с такой базой, в которую насыпают несколько паундов песка, чтобы он не улетел, чтобы он стоял. Потому что этот зонт, это он как парус, он такой огромный, немножко ветром дует, и он полетит. Что тут у нас еще есть? Вот такая интересная. Смотрите, какой интересный вариант. Тоже деревянная основа. И вот такие вот жгуты натянуты. Деревянный стол, диван и два кресла. Так, кто-то громыхает. $1300. Этот такой вообще самый дешевый из всех. Вот это вообще какая-то бумага, по-моему. Хотя выглядит он очень симпатично. Вот такой большой диван. И вот такой же столик с такой же, видите, основой. Ну, по-моему, это что-то очень непрочное. Стоит он $2000, 1999, 4 предмета. Я так понимаю, что стул, диван, второй предмет, вот 3 и 4. Потому что, видите, они все продаются отдельно. Их, в принципе, можно всех не обязательно вот так вот ставить. Можно поставить их по отдельности. Но, конечно, я думаю, что идея в том, что он должен вот так вот стоять все вместе. Единственное, что меня, конечно, смущает вот этот вот материал. Что это такое? Как надолго ли его хватит? Я как-то больше доверяю дереву и железу, честно говоря. Да, я начала говорить, что еще в чем проблема, потому что у нас-то снег всю зиму. Значит, это все надо с бэк-ярда или убирать куда-то, желательно в бейсмент, если он свободный. Вот тоже вариант такой. Но это все не настоящее, хотя может быть и настоящее. Трудно сказать. По цене посмотрим. $2500. Вы знаете, это может быть и настоящая солома. Не солома, а вот жгуты такие, прутья деревянные. Короче, чтобы все это убрать в бейсмент, вот это тоже похоже на натуральное. Нужно, представляете, какой должен быть у вас бейсмент, чтобы вот это все поставить. И чтобы оно не заняло все место. А на улице, если это оставить, то обязательно чем-то нужно закрыть. Вот он стоит $3500, вот этот набор. Журнальный столик имеет стекло сверху, видите? Есть стекло. И вот такие вот большие кресла с большими подлокотниками. Короче, это все надо чем-то накрывать зимой. И в этом большая проблема. Потому что каждое вот такое кресло нужно накрыть каким-то специальным чехлом. Причем он должен быть крепкий. Он должен хорошо сидеть на этом кресле, на этом диване. Иначе его сдует ветром. Сдует дождем, сметет снегом. Сверху на все на это будет лежать тяжелый большой снег. Это все может провалиться, обвалиться под ним. В общем, честно говоря, с мебелью у нас очень хорошо все летом, но зимой что с ней делать? У нас просто есть такой железный металлический стол, металлическое основание и стекло сверху лежит. И 6 стульев, которые мы тоже металлические, с тканью, которые мы уносим в бейсмент на зиму. А вот с такой вот мебелью большой, громоздкой, я даже не представляю, что с ней делать. По-видимому, нужен какой-то специальный спрят для нее, типа сарайчика какого-то, куда это можно все на зиму сложить. Потому что иначе за пару зим, если вы это оставите на улице, за пару зим это все у вас испортится и сгниет. Красивые какие корзинки для пикников. Вот, девочки, такое сегодня видео. Показала вам то, что зашла посмотреть сама, и решила вам показать, потому что очень симпатичные вещи, очень недешевые, и не все практичные, не все как бы очень удобные, но тем не менее приятные. Теперь давайте перенесемся на несколько дней вперед. Я хочу вам сказать, что я буквально через несколько дней зашла в этот магазин, и все, что я вам показала практически, и снова показываю сейчас в фотографиях, абсолютно все было продано. Вы можете себе представить, несмотря на цены, несмотря на дороговизну, абсолютно все распродали. Ну, конечно, особенно я горевала вот по этой вот чудесной палатке с кроватью, которая мне очень понравилась. Ну что ж, друзья, нашла такой тихий уголок у зеркала, чтобы с вами попрощаться. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. С вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую, пока-пока.